В Рижском цирке прошел финал республиканского конкурса «Суперпуйка», который организует и проводит Рижский дом технического творчества «Аннас-2». Изначально в отборочных этапах приняли участие 149 школьников 2000 года рождения, в том числе и 7 догувпилчан. Но до финала дошли лишь 11 ребят. Среди них и наш Денис Фериченко, который в итоге, пройдя все испытания, смог занять 2-е место. Такой высокий результат ученики Даугавпилса показали впервые за многолетнюю историю этого конкурса. Самым сложным, я думаю, был конкурс, это самый последний, суперфинал, когда надо было ползти по всяким железным штукам, не знаю, по канатам на высоту, престижную. А страховка какая-то была? Да, страховка была, держали на тренировках, это все пропробовали, падали специально, чтобы почувствовать, что вас держат. Я знаю, что там помимо конкурсов на силу и ловкость были и другие достаточно интересные, и в чем-то даже, я бы сказала, девчачий конкурс. Да, был конкурс кулинарии, там, где надо было сделать торт в виде машины. По словам Айны Янсена, Ялнеба серьезно готовит ребят к непростым соревнованиям, включающим в себя спорт, техническое творчество и задания на сообразительность. Детско-юношеский центр проводит городской конкурс «Дишпуйка» и отправляет десятки лучших ребят в Ригу на 2 отборочных тура. Последние состязания в столице были весьма сложными. Конкурс долгий. Эту победу получить непросто. То, что есть отборочные туры, и в Риге в сентябре этого учебного года стартовало 149 мальчиков, и до финала дошли только 11, и Денис молодец, умница, он еще попал в суперфинал, в четверку, но чуть-чуть не хватило, наверное, ловкости на самом последнем, потому что это был очень сложный конкурс, это скалолазный такой, и на ловкость, и на быстроту, потому что везде время учитывалось, он очень-очень старался, но хочу сказать, что, может быть, чуть-чуть обидно еще и в том плане, что не было большой поддержки, у нас не было болельщиков с собой. Это ребята тоже чувствуют, потому что все поддерживали, хлопали, были плакаты, одинаковые маечки. Но ничего, мы, взрослые, которые представляли Даугавпилс, вместе очень порадовались, болели как могли, и Денис просто умница. Первое место занял Вилнис Нейдерс из Елговского края, а третье – рижанин Эрик Бубеев. Конкурс «Суперпуйка» будет проводиться и в следующем году. Заявки принимаются уже 6 апреля. Будем надеяться, что в 2013 году именно догувпилчанин займет первое место.